Чаще всего участники тотального диктанта ошибку допускали в написании словочитания по старинке. Многие неверно ставили дефис. Часто встречались ошибки в написании слов и сочетаний, каких бы то ни было в отличии. Нередко участники тотального диктанта неправильно писали прилагательное «небольшое», раздельно с частицей «не». В целом, с орфографией ноябрьцы справились хорошо, а вот пунктуационные ошибки встречались намного чаще. Встречались правила, которые изучают даже не в рамках школьной программы, а в рамках вузовской программы. Конечно, эти редкие правила, они повлияли на результаты. В этом году нам прислали текст, который содержал очень мало допустимых вариантов. Если в прошлом году в одном предложении можно было расставить чуть ли не 10 вариантов расстановки знаков, то в этом году нет. В этом году тотальный диктант ноябрьский написали немного хуже, чем в прошлые годы. Все из-за сложности текста. Всего в этот раз свои знания русского языка проверили больше 100 человек.